ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днем. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая: «Ах, я на силу проснулась. Прошу, извините меня, я еще совсем растрепанная». Маленький принц не мог сдержать восторга. «Так вы прекрасны!» «Да, правда. А прошу заметить, я родилась вместе с солнцем». Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности. Зато она была так прекрасна, что дух захватывал.